Здравствуйте, друзья. Даже если вы видели когда-то в своей жизни тульский пряник, и, может быть, даже на вкус знаете, что это такое, вот это непростой тульский пряник. И вот тут даже написано, что он по каким-то традиционным технологиям изготовлен. Тут еще сверху... А это не пряник сверху, нет? Это что? Это магнитик. А, это магнитик. Это пряник, магнитик. Это пряник в виде магнитика. 1685 год. Я себе представляю, как оно тогда было на вкус. Значит, а у нас и стул, и гость, между прочим. Это наш зритель. Так, вы скажете всем привет. Вот. Да. Приветствую. Вот. И стулы. Шляпка у нас местная, так сказать, для колорита такого американского. Вы что тут гуляете по Калифорнии? Ну, я приехал, значит, посмотреть штат. Так. То есть вы путешественник? Да, я путешествую сейчас по Калифорнии. А вы прямо из Тулы-Тулы или вы где-то тут рядом уже? Нет, я на самом деле из города Новомосковск, Тульской области. Так. Но здесь еду с конечным пунктом Сан-Франциско. Так не понял, откуда? А я с самого юга еду. То есть вы долетели самолетом? До Лос-Анджелеса. Из Новомосковска до Лос-Анджелеса? Да. Так. Доехал до Москвы, так. Потом до Лос-Анджелеса. А теперь взяли машину в рент. Да. Едете в Сан-Франциско? Да. А у вас там чего, девушка или там что-то? Там вы... прекрасный город меня ждет. Понял. Вы свободный? Да. Все, девчонки. Так, а зовут как, скажите? Денис. Денис. Денис смотрит наш канал, это правда? Да. Давно смотрите? Ну, думаю, около 2 лет. Во как. Вот до того досмотрелся, что решил поехать в Сан-Франциско. Да, убедили. Вот, а я сегодня как раз там был, только что вернулся. Ну что же, давайте мы... Знаете, возьмите этот пряник себе вот сюда, как медаль маленький. Так это вам. Ну это мне, но просто для съемки-то мы. Ну, все-таки Тула, значит, всем известно, что Тула славится оружием, самоварами, но и сладостными пряниками. И пряниками, да. Этот пряник фабрики Ясная Поляна. Да вы что? То есть еще и Львом Толстым славится? Ну да, да. Так, это то, что тульский пряник, который изготавливается вот в Туле на фабрике Ясная Поляна, сильно отличается, говорят, в том числе по вкусу, от всех остальных тульских пряников, которые продают везде, в том числе в Америке. А его что, теперь надо ножиком резать, такой большой-то? А вы вот как хотите, вот он был, это на килограмм, был на 5 килограмм, но он на 5 килограмм не вместился. Нет, это сложно, это сложно. Это чисто сувенирная вещь такая. Да, да. То есть, может быть, его и есть-то не надо. Говорят, у него интересное такое свойство, то ли из того, что внутрь добавляет натуральный мед, что он может годами лежать и не попадает. Слушайте, надо освоить новый пряник, назвать его «Кремниевая долина». Представляете? И там, допустим, тут будет какой-нибудь там Стив Джобс, там кто-то, может быть, там Цукерберг, там как-то вот так. Только надо мед добавлять, чтобы надолго хватило. А мед уже будет мексиканский, представляете? Оригинальный как. Да, кстати, я сейчас ехал вот по дороге, а я ехал с 5-й трассы сюда. Да. И вот приезжал действительно все вот поля, которые вы показываете, с клубникой, да. С виноградом, пожалуйста. Заходи, собирай. Сейчас как раз сезон, виноград собирают. И все кусты от клубники ломятся, я смотрю, маркеты да. Рядом стоят. Да, клубника, эти места производят 60% всей американской клубники, вот там, где вы ехали. Ну, поля просто, вот я, наверное, миль 50 тут ехал, и вот поля слева, справа, да. На горах. И на Они сейчас жалуются, что воды не хватает. Да, там вывески. Вот там, где вдоль 5-го, когда вы по 5-му ехали, вот там. А когда уже сворачиваешь, уже к нам тут ближе, там вроде уже таких вывесок нет, но... Красота, конечно, неописуема. В общем, зрелищно, конечно. Очень зрелищно. Очень сильно отличается от России природа. Холмы, пустыни, холмы. Да. И голубое небо. И еще и клубника все-таки. Да. Все-таки клубника тоже есть. Вы видите, друзья, Наталью, нашу сотрудницу. Наталья, доставайте открывалку для тортов, для пирожков. Так, талецкая сталь. Прошу, значит, приобщитесь к тульскому прянику. А то я подумал, ну что, действительно, мы так его будем держать. А люди, многие не видели никогда в жизни тульского пряника. Знаете, так вот. Вы видели тульский пряник? Дай бог с ним, с ножиком-то. Так. Окей. Давайте. И тульский пряник хорошо запакован. Ну, такой, знаете, как. Сейчас он сейчас далеко рассылается-то из Тулы, люди. Да. Видите, какая интересная диалектика. Тульский пряник испанским ножом в американском, в калифорнийском офисе. Простая питерская девушка Наташа. Так, давайте.
Да. Убираем? Убираем. Ой, да он прямо играет, играет на свету. Ну так, ну это же на свету играет, но более-менее просматривается. Подарок. И стулы. И стулы. Но мне трудно читать, вы в другой позиции стоите, а я... Подарок. А у меня отсвечивает. И стулы. Очень. Но очень не пахнет. Ну, полиэтилен. Полиэтилене. Сейчас откроем. Давайте откроем, я хоть понюхаю. Я есть такое, к сожалению, не могу. К сожалению. Все, нам достанется. Да. Молодой был, злоупотреблял, конечно. Вот, сладеньким-то. Видите, как даже женщина, даже с ногтями. Что такое тульский пряник? Не случайно там оружейники, друзья, знаменитые на весь мир. У них такой пряник, что самоходка настоящая, самонаводящаяся. Ой, запах, пряник. Ой, хороший. Ой. Медом пахнет. Медом, да вы что? Думаете, настоящий мед там взять? Я думаю. Это православный, смотри, с храмом. А? Смотри, православный пряник из Тулы. Хорошо. Друзья, с этим запахом мы с вами расстаемся. Надеюсь, вы мысленно с нами.